Свою любовь к городу можно выразить по-разному. В юбилейный для столицы год Союз профессиональных писателей республики подготовил подарок и издал сборник стихов «Признаюсь в любви к Чебоксарам». Все стихотворные произведения посвящены столице республики. Волжские просторы, архитектурные памятники, любимые улочки. У каждого поэта свой взгляд на Чебоксары. Летние чтения проходят на Московской набережной каждый четверг. В их рамках и состоялась презентация сборника. На празднике поэзии выступили профессиональные авторы, юные чтецы. У нас в Союзе профессиональных писателей Чувашской республики работает, очень хорошо работает секция русскопишущих авторов. Там Березкина, Исаева, Кубашина, Владимир Мишан и другие. В общем, поэтому решили поддержать и их. Они тоже члены нашего союза. Конечно, произведения о любимом городе намного больше. И все они просто не уместились в этот сборник. В планах союза его расширить. Оформил книгу известный чебоксарский художник Игорь Улангин. Часть тиража обязательно уйдет в библиотеки, чтобы пополнить литературные фонды.